On this note, I would like to showcase once again our school's mission and vision. Today we bring you not only the culture and the beauty that we present at Silk Road International School, but also our fruits and the prides of our prestigious institution. И на этой ноте мы бы хотели поделиться с вами нашими задачами, нашими целями, которые стоят перед нашим учебным заведением. И хотелось бы рассказать не только о том, какие культуры, страны и народы представлены в нашей школе, но и о том, какие академические плоды мы можем продемонстрировать на данный момент. SRI's team has been working diligently to increase access to quality education, not only the able learners, but also for the children with different cognitive needs. Мы работаем усердно для того, чтобы у всех детей был доступ к качественному образованию, для того, чтобы вне зависимости от способностей всегда была возможность достичь наилучших результатов с помощью профессионального коллектива педагогов. And that is the reason SRI is the best place for merited young talents to develop social competence, cultural awareness and stable personalities. И, конечно, вывод какой? Вывод такой, что наша школа — это наилучшее место для того, чтобы одаренные дети, наше юное поколение имело все возможности и все возможные доступ к хорошему, качественному образованию. Our mission at SRIS is to teach them all. Find a way to reach out to different types of learners through multiple means of engagement, expression, representations and actions. И суммируя все вышесказанное, наша задача — обучать и давать самое лучшее, насколько мы это можем. Education is one of the greatest equalizers. It empowers students to become the productive member of the society and also to achieve their individual goals in life. Ведь для того, чтобы достичь успеха в жизни и построить успешную карьеру, нужно много внимания уделять учебе. I would like to share our IGCSE results with you. We are extremely proud of our last year cohort of IGCSE students who had phenomenal results in IGCSE external exams. They completed the two-year program in 1 year, so they had less preparation time and 1 month of it was online. Прежде всего, хотелось бы поделиться с вами нашими успехами. Наша первая группа учеников, которые сдали международные экзамены по стандарту Кембриджа, показали наивысшие результаты. Мы ими гордимся, и это был уникальный момент, потому что они закончили учебную программу, рассчитанную на 2 года, в течение 1 года. 80% of our students scored A and above. 90% of our students scored B and above, 100% of our students scored C and above. We would like to take this opportunity to congratulate all our senior school students and to urge our new cohort of IGCSE and AS level to be inspired and to aim their own personal high goals equally high. По международным стандартам 80% наших учащихся, которые сдавали этот экзамен, получили высший балл. 70% получили оценку B, что соответствует 4-ке. И было 100% результат сдачи экзаменов успешно. Поздравляем вас и хотим призвать нашу новую группу учащихся, которые будут сдавать этот же экзамен в этом году, достичь еще более высоких результатов. Curriculum. Our history teachers have designed experiences that allow students to discover and curate real-life memorial museums, to role-play games, and to represent a country in UN model board games. И самым важным элементом нашего куррикулума, нашей учебной программы, является проектный метод в обучении. Это интегрированный метод, когда помимо теории еще учителя занимаются практическими занятиями. Например, учителя истории проводили практические занятия в музеях, учителя музыки стимулировали детей к созданию своих собственных музыкальных произведений. У нас дети принимали участие в юношеских дебатах по модели ООН. Our music teachers have guided and inspired students to create their own musical scores.
from the transcript around campus. Thank you, Ms. Olga. Thank you, Michelle. И сегодняшний наш концерт, это тоже задача была наших учащихся, и это было сделано силами, и мы благодарим их тоже. Extracurricular activities are what keeps students going. It alleviates the stress at school. COVID restrictions have allowed sports that involve less contact, such as volleyball, and banned others. И что помогает облегчить стресс после школы, потому что в любом случае школьная учеба, школьные дни не такие легкие, это занятия внеклассные. И, к сожалению, из-за эпидемиологической ситуации у нас были определенные ограничения, но мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем вернуться к допандемийному распорядку дня, когда мы можем уже включить и контактные виды спорта в список наших кружковых занятий. So starting from the 28th of March, all extracurricular activities will resume to the normal schedule, meaning high contact sports, which have been sidelined before, will be given a go-ahead. И с 28 марта мы возвращаемся в привычный наш режим, и все кружки будут работать в полном мере. At SRIS, in addition to science, math and English curriculum, we provide wide range of other IGCSE courses, such as travel and tourism, physical education, German and global perspective, that actually go beyond the regular curriculum guidelines. И помимо стандартных 5 предметов, которые включены в перечень предметов Cambridge, мы предлагаем еще такие курсы, как путешествие и туризм, глобальные перспективы развития, физическая культура, которые выходят за рамки привычного набора предметов. IGCSE Global Perspective is a groundbreaking and stimulating course that stretches across the traditional course boundaries and develops transferable skills. It actually does not let the kids make the students think identically. It stretches across different course boundaries where the children question what's happening around them and have their own opinion based on complexity of the world and human thoughts. Глобальные перспективы развития — это совершенно новый курс, который был представлен Кембриджем только в прошлом году. И он позволяет раскрыть критические навыки у учащихся и учит их так называемым мягким навыкам, которые применимы в любой области. Позволяет смотреть на мир открыто, анализировать текущую ситуацию и является уникальным предметом, который развивает личность в полной мере. Travel and tourism syllabus, it provides an overview of the industry. It teaches students about different travel and tourism products and services, customer care, marketing and promotion, and information about popular destinations. Путешествие и туризм – это также новый курс, который является вводным в эту индустрию. Он учит основу профессиональной этики, дает представление об общих законах работы в этой индустрии и позволяет также проводить и практические курсы, которые будут представлены немного позже. Synchron International School students actively participate in sports and sports competition and mathematics and science competition inside and outside the school. It always stimulates their energy and also make them, students earn their self-esteem through these competitions. We have participated this year in international school tournament where our under 15 football team achieved first place among all international schools in Bishkek. Under 19 achieved first place football team, and basketball boys team заняли первое место в футболе и второе и третье места соответственно в баскетболе. Поздравляем наших юных спортсменов. Competitive exams are a gateway through which students can increase their speed, accuracy, and time management skills when they appear for future competitive exams. Synchron has a tradition, and we actively participate in mathematics and science Olympiad and competition, which identify and encourage the mathematical and scientific creativity of students in the nation and worldwide. Также мы горды поделиться успехами наших юных математиков, химиков, физиков. Вот эти самые олимпиады – это великолепный стимул для детей, которые уже стремятся к такому карьерному пути. И мы поздравляем
наших участников математических и научных олимпиад Наилю, Атая и Керима. This is another popular science and math olympiad, Japan math olympiad, math and science olympiad. It's called JISNO. Aidan, Siddiq and Sherkan from the primary group won first places. So the details of these, the winners is on our website. If you want to check, you can have a look. Также мы поздравляем победителей и участников Международной Олимпиады в Японии. Она проходила онлайн. Эйден и Шерхан. Все детали, все данные, все размещены уже на нашем сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь. Another popular Olympiad where we had actually 31 winners, 8 gold awards, 9 silver and 11 bronze. Is Mathematics Without Border. It is one of the most popular Olympiad where a big group of students participate every year. Одна из самых престижных и популярных математических олимпиад, Математика без границ. Там мы показали рекордный результат. У нас было 31 номинант, 31, и среди них золотая медаль 8 и серебряные награды 9. Team of the Silk Road International School is committed to supporting students and families in exploring the best fit for their postgraduate, post-secondary pursuit. Также мы хотим поделиться успехами нашей команды, которая работает над выбором карьерного пути и консультацией поступающих в университеты. У нас уже на данный момент предложено 2 полных стипендии и предложены 2 частичные стипендии, когда одну часть компенсирует университет. The detailed information about our alumni and the university status report is all on our website. И также вся полная информация о том, кто принят в университет, какой университет сделал предложение конкретному ученику, также расположена на нашем сайте. Changes are constant in life, so do improvement. We believe in constant improvement, and we would like to talk about some improvement that we have implemented this year. В нашей жизни нет ничего стабильного, кроме перемен, но мы всегда верим, что перемены только к лучшему. Мы над этим работаем, и сейчас мы бы хотели поделиться с вами нашими надеждами на перемены к лучшему. We are looking forward to providing Cambridge Assessment International Education AS level program a more detailed, more option of different courses for next year 11th grade based on the finals. В следующем году мы, как и планировали, открываем 2 программы для учащихся 11-12 классов по стандартам Кембриджа. Подробная информация также размещена на нашем сайте. As an international school, languages are an important part of our learning experiences. Learning languages open up the world to our child, for our children. We are really honored that we will implement this year, next year, an improved version of our updated language program. We are updating not only the English, which is our first language, but also Russian, Kyrgyz, and German language program. We have updated all the languages from A1 to B2 level, especially the second languages in the school, with a standardized system of testing where each student will be tested at the beginning of the year their language level for these second language subject. Также всеобщими усилиями наших преподавателей языков, это не только английский язык, но также кыргызский, немецкий и русский языки, мы работаем над улучшением системы преподавания языковой. И со следующего года мы перейдем к новому стандарту международному, когда уровень владения языком будет оцениваться по 4 международно принятым уровням A1, A2, B1, B2. И таким образом мы надеемся, что это повлияет на качество обучения и на усвоение языков не только родных, но и иностранных. Another thing that actually we implemented this year and was a big success was starting a preparatory intensive English class for middle schoolers. Earlier we used to have intensive English pull-out lessons for the students who come who enter our school with lower advanced English. To make sure that they have integrated to the regular program based on the regular original classes. But then this year, because the influx or the sign-up of students were that huge,
We had around 150 new students this year, which made us rethink the policy, update the ESL program, and start a preparatory class, which was a big hit as we were able to move most of the students back to their usual normal classes by the end of the first term. We are looking forward to implement a similar program for grade 4 and 5 primary classes. И в этом году мы использовали инновационный подход в обучении языков, потому что к нам пришло много детей, которые владели языком на не очень хорошем уровне, и мы хотели бы, чтобы они достигли нашего общего уровня. Для этого мы открыли подготовительный класс, что положительно повлияло на общую успеваемость. И уже сейчас, по прошествии полугода, мы можем констатировать, что они уже готовы перейти в свои родные классы и продолжать обучение с теми учениками, которые изучали язык уже с начала года или уже в течение нескольких лет. То есть уровни их сравнялись. И сейчас этот класс был сформирован подготовительный только для средней школы. В следующем году мы планируем сформировать подобный класс для четвертых и пятых классов. Another thing that we are proud of and we are looking forward to do it more ardently for each department of lower secondary school is our cooperation with the real world experiences. We are looking forward to providing experiential learning for different subjects, making sure that our children have real hands-on experience, not only the teaching through books. We have signed partnership deals with many luxury hotels in Bishkek for the travel and tourism students to get in-house seminar to learn about the structure of hospitality sector. Similarly, we have partnered with medical center for students who are taking medical sciences in IGCSE and A-level program with clinics like Gulnara's Baker Clinic, where they will learn about the structure of health sector and how a private clinic works. We are looking forward to provide them with in-house seminars and summertime internship. We also partnered with premium gyms in Bishkek to make sure that our students get first-hand knowledge from the dietitians and the health and nutrition sector, the information about what is the fitness industry and how to provide fitness services. So working with all partners of in-house seminars, summertime internships and career opportunities. И, как уже вы упоминали, практические занятия очень важны для того, чтобы ребенок убедился, что карьерный путь был выбран правильно, чтобы он опробовал себя в этой сфере. И для этого мы сотрудничаем со многими известными клиниками медицинскими, спортивными учреждениями, фитнес-клубами, различными предприятиями, которые имеют отношение к сфере туризма и путешествия, для того, чтобы у наших студентов была возможность пройти практику в этих учебных заведениях и получить базовые знания. И не только базовые знания, но и практический опыт. So thank you to all our partners. Thank you for the cooperation and giving us an opportunity for our students to actually learn by experiencing, not only through books. Выражаем благодарность нашим партнерам, которые поддержали нас в этом начинании. To sum it up, we have had the huge influx of students in the last 2 years. The seats are very limited. I would once again urge all our parents to make sure that they sign up by April 15th for the next academic year. We believe in constant improvement and thank you for keeping your trust in us as your educator. I would like to thank another man, the chairman of Silk Road International School, Mr. Almaz Shabadino, who has supported us with utmost belief. The leadership team and the guidance that we have from him is amazing. Thank you, Mr. Almaz, for always supporting us. Лейтенанту бизнесмена господину Алмазу Шарабединову за поддержку, за активное участие. Благодарим вас.